вряд ли какой взрослый мечтает посидеть в машине ГИБДД, а вот для ребенка это впечатление. С одной стороны, игра и развлечение, с другой – возможность прикоснуться к настоящему, тому, что принадлежит взрослым. Интерес вызвали не только машины, но и полицейский мотоцикл. Для многих ребят это было в новинку. Очень много нового узнала. Я не знала, что вообще бывают такие мотоциклы и что здесь очень громкий звук. Цель единого дня безопасности понятна уже из названия. Главное – объяснить детям правила безопасности на общественном транспорте и дорогах. Сотрудники ГИБДД рассказывают о правилах дорожного движения в игровой форме. Все службы объясняют, чем они занимаются и какими методами обеспечивают спокойствие людей в нашем районе. Я хочу выразить огромную благодарность всем организаторам, Росгвардии, ГИБДД, пожарная инспекция, транспортная инспекция, за то, что они приехали и показали детям, что у нас все-таки дети защищены, что безопасность у нас на высшем уровне. И вот я думаю, что наши дети многого здесь посмотрели, взяли опыта, и, может быть, кто-то выберет профессию такую замечательную, кто хочет быть полицейским, кто служить нашей армии, Росгвардии. Знакомили детей с полицейскими буднями путем практики. Все можно было трогать, задавать интересующие вопросы. Можно сказать, что это наиболее эффективный метод объяснения ребенку о правилах безопасности, потому что лекции не всегда они слушают. А когда им показывают наглядно, и еще, как вот сейчас происходит, дают попробовать померить бронежилеты, каски, и это более эффективный метод. Для ребят мероприятие стало ярким пятном в лагерных буднях. Можно было примерить на себя бронежилет и сделать селфи, поиграть в полицейского и остановить прохожего, по совместительству своего друга. Нет ничего запретного. Сначала нам сказали шутку, что у директора украли деньги, но на самом деле мы уже поняли то, что это день безопасности, и к нам приехали полицейские, дали разобрать автомат, посмотрели, как все устроено. Нужны мероприятия такие, чтобы детишки маленькие не подвергались опасностям на дорогах, и пожарная безопасность всегда надо помнить, то что спички детям не игрушка. Я с Нижневартовска, я первый раз в Пушкино. Мне здесь очень нравится. Я думаю, я еще раз туда приеду, и сегодняшнее мероприятие новое для меня. Еще такого у меня не было. Приехало столько много машин, полицейских, реквизиты настоящие. Безопасность превыше всего. Ребята это уяснили. Знания, полученные в ходе единого дня безопасности, добавятся еще к тем, что воспитанники приобретают в рамках обязательной программы в лагере. Спасибо за это мероприятие! Все будем полицейскими! Анастасия Спирина, Александр Девкин, Дарья Михайлова, Пушкинское телевидение.